1 ноября эта девушка не пришла на занятия в один из рязанских вузов. Зовут ее Виктория. Студентке накануне исполнилось 20 лет. На связь с подругами не выходила. Родственники тоже не смогли до нее дозвониться. Обо всем этом стало известно через СМИ. 4 ноября родственники и сокурсницы отправились на квартиру, где девушка жила со своим парнем. Здесь и обнаружили тело. Оно было завернуто в ковер и спрятано в диван. Позже эксперты зафиксируют телесные повреждения в области шеи. Согласно акту экспертного учреждения, смерть хозяйки квартиры наступила в результате механической асфиксии. В социальных сетях появились версии, что виновником может быть парень погибшей, а якобы мотивом стала ревность. Следствие пришло к тем же выводам. Следственно-оперативным путем установлено, что к совершению преступления причастен знакомый потерпевший, с которым она ранее поддерживала близкие отношения. В ходе следствия мужчина признал вину в убийстве девушки в полном объеме и подробно рассказал об обстоятельствах его совершения. Мотив теперь устанавливают следователи. Сейчас жителю Захаровского района предъявлено обвинение в убийстве. На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальный срок по статье «Убийство» до 15 лет лишения свободы.